День добрый всем тем, кто сегодня пришел сюда, чтобы разделить радость этого дня. Радость дня соединения двух сердец. Иван и Индира, которые так долго ждали свое 28 августа. И вот этот день наступил. We have kept a light on through the trouble. Treaded water in a sea of tears. Now I'm shooting arrows across your night sky, trying to land in your atmosphere. If we can make it through the storm and become who we were before, promise me we'll never. Вы знаете, мы зачастую просто теряем веру в чудеса. Ведь, казалось бы, среди более 6 миллиардов людей, проживающих на этой планете, так тяжело отыскать не просто свою вторую половинку, а того человека, про которого ты можешь сказать: «Это мой человек. Он великолепно меня дополняет. Без него, без нее я уже не вижу смысла жизни». There's so much more to life than all of the hours. Moments that just slip beneath our feet. In the times that we put it all on the table. And help feels too far beyond our reach. Иван, согласны ли вы взять в жены эту великолепную леди? Безусловно, согласен. Индира, хочу спросить и вас, согласны ли вы взять своего мужья, этого истинного джентльмена, настоящего мужчину, того, без которого вы больше не мыслите своей жизни? Конечно, я согласна. Сегодня Иван и Индира написали первую ноту своей симфонии под названием «Семейная жизнь». Отныне только они будут ее композиторами и дирижерами. Ваши аплодисменты паре, которая подарила нам сегодня праздник. Иван и Индира, браво!